в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания, а также взыскаемости административных штрафов в период с 25 по 30 марта 2021 года на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». В рамках ОПМ «Борышкер» созданы 5 рабочих групп из числа сотрудников группы административной практики, участковых инспекторов полиции, группы ювенальной полиции и сотрудников роты патрульной полиции, направленные на взыскание неоплаченных административных штрафов. В совместных рейдовых мероприятиях «Борышкер» принимают участие сотрудники управления полиции города Кибастуза и частные судебные исполнители. За неуплату административного штрафа в размере 29 170 тенге за нарушение правила дорожного движения. В связи с тем, после уплаты штрафа вы можете забрать свое транспортное средство. Вам все разъяснено. Вот постановление. Ознакомьтесь. Транспорт данного автовладельца водворен на штрафную стоянку за неуплату административных штрафов. Только на момент получасовой видеосъемки без машины остались двое водителей. Кроме оглашения постановления, командир роты патрульной полиции разъяснил автовладельцу, что у него есть возможность оплатить 50% суммы штрафа в течение 7 суток. С начала текущего года зарегистрировано и обработано 3586 материала. Из них по 2383 материала наложено административных взысканий в виде штрафа на сумму 34 549 897 тенге, из которых по 1486 постановлениям взыскано 21 475 767 тенге. Процент взыскаемости составил 62,2%, а остается невзысканными 13 074 131 тенге. По данным управления полиции, за 3 дня проведения ОПМ по региону посещены по месту жительства 420 правонарушителей, 20 организаций, где работают должники. Вынесено 70 постановлений, взыскано 229 постановлений на сумму более 2 миллионов тенге. Представители правоохранительных органов напоминают, что административное взыскание подлежит оплате в течение 30 суток со дня вступления в силу постановления о наложении штрафа. Работа по принудительному взысканию штрафов ведется на системной основе.